Доброго времени суток, зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Ролиги Онлайн, и мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory. Ребят, спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Теперь я знаю, что, оказывается, нужно вот здесь поставить обратно. Не нужны мне ваши деньги, дайте мне очки исследований. Кстати, тут ничего не могу исследовать. Я бы так хотел. Наверное, все расследовалось уже, да? Вот, значит, все. Вернул я исследование. Встали на круги своя. Значит, с Пьемонтом у нас все решено. В принципе, он сейчас будет порабощен в этом видео. Франция просто... Следующая будет на очереди. После Австрии. Значит... В принципе, мы готовы сделать операцию со скифтиски. Все наши эти готовы. Я сделаю предложение. Коалиция, торговое соглашение, оборонительный союз, мирный договор, объявлены войны, улучшить отношения, на ее армии, военная помощь. Интересно, союз Австрия, Пьемонт, Батавия, да? Австрия, значит, что тут у нас? О, Генцеры. Австрия уже тут у нас поднялась. Ну, не совсем, конечно, поднялась, но... Интересно, это получается... Пьемонт практически бестолковый. Но тут Австрию... А вы знаете что, ребяточки, а давайте вот позабавимся. Объявление войны послать. Вы собираетесь... Да, собираюсь. Конфликт неизбежен, хорошо. Раз конфликт неизбежен, я хочу сделать первый акт агрессии. Да. Пьемонт, да. Я вам объявил войну, вы не захотели по-братски, по-нормальному, да? Значит, будем по-другому. Так, значит, Карл Франц, тебя будут рвать вот эти наших два генерала. Вы сюда пойдете. Так, вы бестолковые, да? Блять, а у меня здесь такая брешь огромнейшая. Просто огромнейшая брешь, хотя бы вот так, ребятки. Что тут у нас? Фигня. Надо будет подождать. Так, тут никого мы не завезли еще, да? В столицу, так сказать. Славной империи Австрия. Пойдешь в помощь. Так, здесь... Мы заехали. Здесь заехали. Ждем. Да начнутся бестолковые битвы. Легкое сражение. Нет, не хочу командовать лично. Со с нуля. С проходу. Флот. Нет, не преследовать. Не хочу. Вот тут Пьемонт что? Нет, не преследовать пока, не надо. Равное сражение. Попробуем победить его, ребятки. Конечно, не даю гарантии, что у нас это получится. Но думаю, мы должны их нагнуть. Ну, как бы мы их нагнем, а вот захватить до конца не знаю. Господа, перед вами богатые земли Пьемонта. Давайте не будем лирика, это все лирика. Начинаем. Самое главное, что у нас есть две точки. Есть два путя. Знаете, как видео есть такое? Есть два путя. Значит, вот этот один путь. Мы их всех сюда. Ускоряемся. А брейги-то уреги пока пойдут. Угу. Короче, вы знаете, вы, наверное, пойдете вот так вот. Раньше, потому что пока эти пушки бестолковые переедут. Блять, извиняюсь за мат, конечно, но
Пауза. Кстати, если что, пауза — это пробел. Опять у них вот эта выгодная позиция. У меня, знаете, как дежавю, флешбеки такие, когда вот я во Вьетнаме был. Просто, блин. В том плане, что опять вот это у меня очень невыгодная позиция, очень невыгодная. Ну, постараемся снести пушки, хотя бы. Мне нравится, когда легкая кавалерия, не нашинская, кричит за веру короля и отечества. За какого короля, за какое отечество, за какую веру? Непонятно. Пушки начали стрелять, и, наверное, сейчас я понесу бешеные потери. Смотрите, как они логично защищают гаубицы. Обратили внимание? Давайте атакуйте там пехоту противника, стреляйтесь. Что здесь у нас? Победа. За веру короля Отечества. Давите их нахер. Чтобы я больше этого просто бреда не слышал, что у нас равные силы. С кем, блядь? С Пимонтом равные силы? Что, сосну въебались, что ли? Да, конечно, контролирует. Я их всех вырежу. До последнего всех вырежу. Мне это учитывая, что это вообще как бы обезьян поснимали, блядь, с деревьев и в армию взяли. Вот это мои войска здесь в данный момент, кроме вот этого отряда. Что здесь у нас, пацаны? Как успехи? Слабовато, слабовато. Ничего не могу сказать. Слабоватенько пока. Давайте вы хоть, я не знаю, там, ради приличия подойдите и там стреляните, что ли. Равное сражение. Где вы равное сражение увидели? Смерть. Бусурманы кричат смерть бусурманам. Обожаю эту игру, просто обожаю, ребят. Кстати, обязательно ставьте лайки, оставляйте все комментарии. Я просто вот очень люблю, когда вы ставите комментарии и ставите лайки. Ну или дизлайки. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Хотя, в принципе, я думаю, такие не заходят. Ребята, которые так проходом, совсем такие не заходят. Нет. Так, дальше. Кто тут у нас дальше? Ломбардия. Вот пушки, кстати. Блин, могу очень много потерять. Но я не хочу командовать лично, чтобы не затягивать ваше время. А что, их общая потеря 126? А мы их 162, да? Нормально. Ломбардию мы можем... Вы хотите оккупировать? Конечно, хочу. А что, зря что ли? Легкое сражение. 800 против 500. Нет, не хочу я лично командовать. Лежать. Вот вы правильно сделали движение, на колени упали. Вот это мне нравится, ваше движение. Это категорически правильное движение. Я сейчас столицу Австрии я оставлю. Я не буду ее захватывать, я с нее сейчас выйду. Я просто поставил их на место, чтобы они знали. Вот и все. Хочу с вписанием в бой. Нет, я хочу сбежать. Нас догнали по местам. Хорошо. Равное сражение. Нет, не хочу. Ну, проиграли, бывает. Я не расстроен. Что тут у нас? Легкое сражение, Австрия. Егеря. Нет, не хочу ее. А надо было. А надо было с егерями. Три армии в ноль слил. Хотя легкое сражение было. Ну, они вот в ответочку не пойдут, поэтому мы сейчас просто заключим мир. Подгоним ребят со столицы, более обученных, специально обученных для этого. Что? Кто? Уго. Ого-го-го. Давайте. Они по преимуществу у нас просто по численному берут, ребят. Не потому что я их боюсь, а просто по численному преимуществу. Блять, только что три армии в тупую слил, три армии. Просто в тупую. Надо было драться самому, но я просто ленивая жопа. Я думал, что это будет очень быстренько и легенько, но нет. Так. Пушки пока не берем. Давайте. Блять, та же территория, этот гребаный Пьемонт. Кость в горле. Я просто ради принципа его заберу. Неприятнейший поворот, неприятнейший. Я хотел отступить с Австрии, но не успел. Бывает.
так бывает, когда много в крови серебра. Я вам так скажу. В этот раз они подобрались прям близенько-близенько. Так, кто тут из вас самый такой стрелок? Вы. Фуэр тогда туда. Это почему же, интересно? Она, блядь, проигрывает сражение. Веселее, веселее, ребята. Вы как, я не знаю, как на параде ходите. А вы туда. Что вы, ну? В укрытие, верно, совершенно верно. Выполняйте. Вот так вот, давайте. Так вот немножко как-то компактно постройте, чтобы все могли поместиться, все могли стрелять. Ребята, ну елки-палки. Сейчас мы их спровоцируем, они нас будут бежать, мы будем, сейчас стрельба будет страшная. Так, если что, короче, можно стрелять. Я вам не запрещаю, вы, ребята, взрослые. Поэтому... Ну, эти уже побежали сразу. Эти уже побежали, щеглы. Так, давайте богадельню свою разворачивайте и огонь. Вы пока дойдете, уже и война закончится. Вот, это я понимаю, такой как бы прорыв моей артиллерии получился. Идите пока легкую пехоту порубайте. Опа-па, остановочка, тоже хочу залпик, чтобы вы дали. Ну, почти никто не добежал, смотрите. В принципе, я считаю, хороший результат. Очень. А вот дальше... Вот дальше я, конечно... Фиг его знает. Пушки, пушки, соберитесь. Обстрелы не приказывают начать. Мы сейчас тут порубаем всех. Вы обратите внимание, в этой войне мне хотя бы стрелки мои выстрелили. Хоть пару залпов дали, и на том спасибо. Не дайте им добежать, вы чё? Вот так вот. За короля и отечество, за победу, все дела. А уже команда была, уже можно. Ладно там. Один дурачок его задает, кормится. Я думаю, я бы там победил. Блин, жалею, жалею Австрию, жалею просто. Я бы там победил. Просто три армии в никуда слил. Три генерала. Ну ладно. Ничего. Мы сделаем, скажем так, создали им искусственную резервацию. Ну когда же мой ход начнется, я хочу с Австрией помириться. Батавия. Хорошо, допустим, Батавия. Хотя ты была бы следующая, ну ладно, живи пока. В связи Австрия-Батавия, хорошо, объявляют. Милан началась, транспорт в Прованс построен. Австрия теряет контроль над регионом Ломбардии, завербованные, согласен. Так, Австрия, давай, короче, мир, дружба, жвачка. 500 копеек, я бы тебе и гроша бы обоссанного не дал, ну ладно. А нам даже 1000. А вот ты, Пьемонт, дружочек мой, любимый. Ты будешь страдать, Пьемонт. Так, давай сюда на помощь. Давай, ты так. А ты не можешь сюда, не? Я бы заскочил. Ох, бы заскочил. Так, вот тут что-то у меня такие все битые, вот эти папские войска битые-перебитые. Биттен, Шмиттен. Ты можешь сюда прыгнуть? Шикарно, можешь. А ты... Нет, блядь, и тут все битые какие-то, блядь. Хотя бы так пока. Хотя бы так. Вы собирайтесь обратно.
Ожидаемся. Ожидаемся. Хотя может пойти с этими дурачками помахаться, знаете, так устроить именно пати на кровати. А мы сейчас, наверное, так и сделаем. Чик-чирик. Устроим массовый махач. Заодно флот свой немножко подсольем, чтобы как бы убрать вот этих лишних дурачел. Преследовать. Конечно. Готовьтесь к отчаянному сопротивлению. Равное сражение. Вот тупо рандом, ребят. Все одинаковое. Победа. Как говорят в вашем молодежном ПУБЖ. Победа, победа вместо обеда. Легкое сражение. Не буду, вот тут даже не буду грузиться. Просто мучить свой компьютер. Там безоговорочно, я думаю. А я думаю, там просто безоговорочно. Блин, ну вот сердце болит, просто рубец остался на сердце, ребята, рубец. Господи, три пацана, таких нормально. О, Пимон пришел мне мстить. Нет, я хочу съебаться. Съебаться хочу отсюда. Ну, блядь, драка так драка, трудное сражение. Нет, не хочу. Хорошо, проиграл. Молодец, Пимонт. Можешь взять себе пирожочек с полки. Хоть где-то ты не обоссался. Хоть где-то. Ну что там, мы будем сегодня. Осада города Париж началась. Время, которое потребуется на... Кого? Чего? Ломбардия склоняется. Хорошо. Кого я там окупил? Какой Париж? Эль-де-Франс, Прованс, Пьемонт, Ломбардия. Какой Париж, блядь? Че это было? Че это было вообще? Блядь, у них какая-то своя игра. Ничего не понятно, но очень интересно. Но ничего не понятно. Ганновера. Что мы тут мы вообще в Ганновере можем строить? Можем какие-то бравых пацанов? Можем. Шикарно. Блять, все такие рубанные, порубанные, перерубанные просто. Надо, короче, надо с вами что-то делать. Так, ну твоего пацана мы распускаем. Он хорошую службу нам послужил, но все, Харитон. Так, прячешься, ждешь подкрепления. Здесь живите, здесь, ну, такое. Такое себе, такое себе. Возьмем, наверное, сделаем вот так вот. Вот так вот. А ты потом перейдешь сюда тоже. Так, тут пацаны серьезно, они у нас тут воюют по полной программе. Особенно вот эти 9 человек. Мы их объединить не можем, можем. Туда мы кого-то, может кого-то бы в подкреп туда бы кинули их. Вот так, например. Вот это красиво. Ну это понимаю по-православному. Вот так тогда. Ты вот тоже битый, перебитый, забирай вот этих и вот этих. А вы все, короче, спуститесь и будете пополнять нашу вооруженную эту группировку в Папской Республике. Так, тут у нас порядок, пацаны. Вы за старших остаетесь здесь. Пока готовим, значит, офицеры нам нужны будут, как я понял, обязательно. Завершаем ход. Еще сейчас одна будет попытка, скорее всего, Пьемонта вырваться из моих цепких, очень как бы накачанных лап. Но я думаю, это бесполезно. Кстати, вот заинтересовался я моментом, что у Испании есть какие-то специальные там стрелки. Люблю такие специальные отрядики. Легкое сражение. Господин Пимон получает военную помощь. Готовьтесь столкнуться со свежими силами. Егеря. Это Австрия. Да, хочу, блядь, командовать лично. Это уже будем, сука, 10-й раз, блядь, этот Пимон ебучий бить. Вот заноза в заднице, кошмар. Фу, начало сражение. Хорошо, что подкрепление мы подошли. Блять, ну все, я хер его знает, как бы все так же.
теперь у них стрелковые отряды. И еще причем егеря. Ну точно Британия, ой, Австрия. Точно, я вам гарантию даю. Ну понятно, мы их будем выбивать. Скорее всего, мы будем их выбивать пушками. Для того, чтобы как бы дадим залп, чтобы они всрались. Именно пушками будем бить. Мы все равно как бы у нас подальше будет стрелять. Гренадер 65. Туда побежали. Побежали. Мы бежали. Мы бежали. Наши пальчики устали. Давайте поближе, поближе, ребяточки. Нам сейчас надо будет хорошо так отработать. Отличненько. Так. В принципе, тактика та же самая, незамысловатая, в том плане, что ничего выдумывать заново не буду. Выстраиваем наших хлопцев. Хотя, блядь, 60 метров, у них 75, они нас далеко будут лупасить, как сидоровых коз. Просто-напросто. Вот, 70 метров. Вот это спортивные ребята. Но они будут прикрывать нам тыл у нашей артиллерии. Так, вы бестолковые сюда. Где-то сюда. Ну, вот эта арабская пехота, я вообще не знаю, кого мы нужны, вот эти вот, эти два отряда, кому они нужны. Ну, раз мы их взяли, то давайте они пойдут где-то сюда. Наверное, где-то так. Так, собственно, вы пришли, да, хлопчики? Давайте, значит, вот так, чисто на всякий случай. Я надеюсь... Если что, мы вас потом просто рядком вперед выведем за пушки вперед. Развернутый, согласен. Абсолютно развернутый, насколько это возможно. Вот сюда, пожалуй. Где наши еще егеря? Арабская. А вот гренадеры пошли. Куда вы идете? Вы куда? А, ну да. Это ж я вас туда послал точно. Я извиняюсь. Батальон, хоп, батальон, батальон. Занимаем ваши такие вот бестолковые позиции на самом деле, потому что все равно сейчас зарешают просто кавалерия. В нужный удар, в нужный момент зарешает кавалерия. Давайте, вы на левый фланг, вы на правый фланг. Вы можете быстрее это делать? Мы же все, только вас все ждем. Пока вы, блядь, выстроитесь. Так. Давайте вы здесь встанете, наверное, и на этом баста. Еще бегом это сделаете. Да, возможно, вы скажете, ребят, в комментариях, что слишком растянул, не хватит боевой мощи в каком-то конкретном отрезке. Ну, я думаю, хватит. Значит, я думаю, тут всем все понятно, что если что, надо будет стрелять. Значит, наша бестолковая артиллерия, которая, она, ну, реально бестолковая в этой игре, к сожалению, мы ее разворачиваем и начинаем где-то вот туда стрелять. Вот туда где-то, вот так вот. О, побежали. Компьютер побежал. Непонятно куда, он, наверное, перегруппировывается. Ничего он не мог придумать другого, как попытаться спрятаться в другое здание. Значит, наши недопушки не достают. Подвигаем их ближе. Вперед, вперед, да, ближе подвигаем их. Можем разворачивать. Пацаны уже бегут. Оценили расстояние до цели, уже можете стрелять. Знаете, мне напоминает это, как в мультике было, типа, охрана, встает охрана. Если близко воробей, мы готовим пушку. Вот наши как бы дебилы пушку готовят, но ни хрена, блядь, ну, стреляют, но не попадают. И все же не добежали. Шикарно. Я думал, добегут.
Так, а значит, гусары в бой. Смотрите, смотрите, смотрите на этих отчаянную арабскую пехоту. Она пошла стреляться с егерями. Давай. Сколько у вас осталось уже? 31. В половину меньше. Так, что тут на этом фланге? Да, все, наши вступили в бой. Наши пушки мы потеряли. Но я, в принципе, не расстроен нас сильно. Да, даже еще одна пушка дурацкая у меня осталась, ребят. Даже еще одна пушка осталась. Да, потери были бы колоссальные, я бы, скорее всего, проиграл бы просто. Если бы я на автомате бы участвовал в этой битве, я бы, наверное, просто проиграл. Как было и в Австрии. Кстати, это те, которые нагнули меня в Австрии, они, походу, пришли сюда в помощь. Ой, Австрия, вроде же уже союза включили, вроде начали с тобой дружить, а ты вот так. С самой метлой меня просто, да, Австрия? 37, вот это я понимаю, я просто гуру командования, гуру. Ну что, военная аннексия прошла успешно, Пьемонт. Хорошо. Молодец, Пьемонт. Так, у нас есть 999, я бы купил бы в Британии. Если вы понимаете, конечно, о чем я бы купил бы в Британии вот этот кусочек. Вот этот. Значит, попросить территорию. О, Неаполь. 48 тысяч. У меня 999, все равно я тратить некуда. Даю 50. Готово. Шикарно. Согласно основе нашего, мы получаем контроль над страной королевства обеих Сицилии и всеми ее провинциями. Радостно. Так. 49 999. Значит, торговое соглашение. Великобритания. Попросить территорию. Очень хочу. К примеру, Шампань. 33 тысячи. Эльмейская республика. 34 тысячи. Даю по доброте душевной, по-братски, даю 35. Хорошо. Согласно условиям, Галинская республика со всеми ее провинциями. Добренько. Шикарно. Итого. Я, в принципе, практически все территории могу выкупить у них просто так. Потому что могу себе это позволить, ребят. Потому что есть как бы... Денги. Есть денги. Денги есть. Значит, мы передвигаем пока наших вот этих бравых ребят сюда. В Пьемонте разруха, понятное дело. Ни хрена нету. Привычная для нас ситуация с вами. Пока завершаем ход. Я сейчас хочу выкупить. Да, 8 ходов мы даем право прохода на этом. Согласен, ребятки, согласен. Блять, тут строить. Господи, хоть бы не забыть, что я вообще-то должен построить. Здесь то же самое, наверное, да? Ну, тут немножко получше, но все равно тоже как-то бестолково. Завершаем ход. Великобритания, ну... Боже мой, неужели залагала? А нет. Вот это, знаете, вот эти старые игры, они, конечно, хорошие, но они такие нестабильные. То выкидывают, то еще что-то. Хотя вроде уже все возможные способы для оптимизации этой игры ты как бы предпринял. То есть там сделал... совместимость поставил, еще что-то.
Листек, ну хорошо. Я как-то без вашего союза пока проживу. Ребятушки. Что здесь? В Ганновере. Ничего толкового. Ну что, я думаю, может взять своих специально обученных поляк и пойти, блядь, вальнуть Пруссии все-таки, поставить, так сказать, ее на место. Давайте я здесь построю улучшенную военную академию, а мне не хватает у нее золота. Ну, конечно же, конечно же. Ты же, блин, умный дипломат, крутой, блядь, взял, купил беспонтовые территории за бешеные деньги, а теперь, блядь, последний хер без соли доедаешь. Похоже на меня, похоже. Блин, когда Великобритания уходит, каждый раз как последний, ребят. Молодец. У меня просто думаю, интересно, куда она будет убираться. Где ее корабли, как она сядет на корабли, как что вообще будет происходить. Я не знаю, что она себе думает. И мне не нравится, что на моих территориях, уже моих территориях, находится Британия, которая что-то не уходит с них. Баталия. Братан, ты хочешь войны? Или чего? Или как? Че я там? На что я хотел вообще? Я уже забыл. А, корабли, корабли, да. Ну, корабли, точно. Я хотел корабли. Так. Значит, прячься. Ты сюда потом тоже прячься. Это ж наше уже, да? Ну да, это ж уже наше. Значит, пойдете, а вы будете тут пополнять свои запасы, так сказать, военные. Так, у вас тут что? Будет такая у меня еще передовая армия. Франции дать пиздюлей хватит. Тебя распущу. Сейчас тут кого-то найму и дам. А, блядь, кого тут нанять, да? Тут бомжи одни живут. Тут только строится все. Сколько тут работы, батюшки. Так, вот эти меня постоянно, они меня, этот, скажите мне, они меня путают. Поляки, давайте идите домой сопать поле. Вы своего отвоевали. Так, 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 так. Ну, этих я трогать не могу, потому что они у меня постоянно держат. Потому что они мне постоянно держат Пруссию. В Британии игра подвисает. Вы видите, это даже невооруженным глазом видно. На ходе Британии она подвисает почему-то. Наверное, он думает, куда же ему деться. Скорее всего, они пойдут сейчас на территорию Испании, будут ее и сношать. Это плохо. Это плохо. Мне это не устраивает. Так. 13 тысяч. Маля-маля. Так, пацаны, все. Залазьте, короче, в будку. Все. Сидите в будке пока. До лучших времен. Вот наши передовые отряды. Это что? Шампань. Это что? Батавия. О, Батавия уже принадлежит этому. Вот так вот. Как по-быстрому все, да? Как быстро все произошло. Хорошо, торговое соглашение. Великобритания попросить территорию Батавия. 45 тысяч. Я куплю ее. Кстати, а Франция не хочет поторговать? Хотя она скажет, я считаю это исконной территорией. Франция, попроси территорию. Октавия, 25 тысяч. Всего, всего. Франция. Какая же это дешевка. Блять, а тут вообще просто солянка всех солянок. Солянка. Кстати, ни одного британца, ни одного, посмотрите, ни одного британского отряда. Абсолютно. Посмотрите, все, все наемники. Все наемники. Ну, точнее, нанятые в захваченных странах. Смотрите. Это кошмар. Я не могу распустить их отряд. Это просто кошмар.
Здание, что здесь у нас? Маяк, блядь, хочу. Тут что? И тут маяк хочу. Не надо, не знаю, зачем он, но хочу маяк. Завершаем ход и, наверное, завершаем это видео. На сегодня, думаю, достаточно. Немножко, так сказать, повоевали. Глупо, глупо. Ребята, вот можете меня просто в комментариях побить палками. Согласен, очень глупо слили... скажите мне, очень глупо слили в Австрии три армии. Очень глупо. Корю себя, корюсь, что я из-за своей лени потерял таких бравых ребят. Ну, ничего. Бабы еще нарожают, как говорится. Так, так, так. Думаю, все, ребятки. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вы это еще не сделали. С вами был Росси, это был канал Рули Гейм Онлайн. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.